Мы где? Мы будем пробовать утки по-пекински в ресторане, где их готовят. Да. Вот утки. И они, скорее всего, по-пекински. А вот и принесли блюдо. Маленькая. Вот так вот. Маленькая? Да. Ну, по стоимости я бы не сказал, что она маленькая. А это вот и есть вот эти рисовые лепешки, да? Да. А суп? Суп, когда будет суп? А вот он идет. Суп идет? Где суп? Ёлки-палки. Это суп? Да, это суп. Покажи это, руку рядом подставь. Просто я хочу увидеть суп. Да тут только супа, я не знаю, насколько. Это просто тазик. Обалдеть. Это половинка... Это настоящая подача. Да, это настоящая подача. Половинка стоила... 75 половинка. Полная, по-моему, 139. Ну, как всегда, половинка чуть дороже получается. Да. Ну, мы не голодные, то есть мы голодные, но мы много не едим. Ладно, мы много едим, я не знаю. Наедимся, нет. Но если что, еще возьмем. За 150 получится. Можем себе позволить. Это вот сюда макается и вот так вот ест. Вкусно. Вкусно? Угу. Очень вкусно. Очень вкусно. Вот. Карамелизовано? Угу. Все как надо, да? И такой тазик. Я не могу от тазика оторвать глаз. И осталось у нас на столе. Помните бульон? Помните утку? Помните бульон, кости? Как оно? Очень вкусно. Очень колоритно, я считаю. Это целая культура еды. То есть ты не торопишься, по чуть-чуть ешь, понимаешь? В чифонках это не то. Там тебе просто приносят на скрутруганную отварную курицу, вот, на утку. Ну, мы пробовали. Здесь намного лучше. Карамелизированная корочка. Корочка, да. Очень. Какая корочка? Карамелизированная. Корочка. И мы, кстати, выдвигаемся сейчас в бухту Яловань, Яланг Бэй. Вот, сейчас пойдем на остановку, сядем на какой-то автобус, 15 или 25, я так не понял. Ну, либо на 15, какой-нибудь сядем. Либо 25, они оба туда идут. Да. И поедем, посмотрим, что же за великая такая дорогущая, красивая бухта. Прямо аж охота уже. Посмотри. Какая-то что ли, свекла. Рыба. Брюхо. До сих пор продолжаем поездку. Далеко находится Яланг Бэй. Зато так интересно посмотреть по сторонам. Видим Самуржуку. Тут уже не такое туристическое место. Довольно интересно. Видели СТО, видели какие-то супермаркеты. Все на китайском написано. Очень много военных баз. Что еще? Я все время человек говорю. Да. Ну вот мы наконец-то в Яланг Бэй. Яловань. Яловань. Это значит, здрасте на китайском. Да не, шучу. Ну, мечты сбываются. Только единственная тут, наверное, проблема, то, что тут нет моря, опять же. Море там сейчас. О, слушай, а мы не можем так через отель пройти? Я так смотрю. Мы можем, но вот же уже вход. А, вход на пляж уже есть. Яланг Бэй Underwater World. Это вот что-то такое. Вот эта улица, он там, видишь, сколько народу там спереди? Это проход к пляжу. И тут продается, опять же, много всяких интересных шняжек. Очень много. Вода такая же, как у нас. Также разделено все по зонам. Есть он какой-то батут, с него ты, наверное, можешь в воду прыгать. Очень большое количество китайцев. И с той стороны, там лодки по большей части. А с той стороны все получается, это длится бухта Яловань. Куча-куча народа и куча различного вида морского отдыха. Ну, честно говоря, у нас как-то в Дунхае поспокойней. И очень много китайцев, именно китайцев. Что-то я здесь нашего контингента вообще даже не вижу. И вот мы пришли на такой местный рыночек. Находится... Где она находится? Короче, вон там дорога, которая идет к пляжу. А тут рынок. Кокосы мы видим по 15. Подожди, о, вот это вот сколько? А может здесь? 25. 25, нормально. Ага. 10, да? Норм цена. Хорошая цена. 25 за кальмара.
принципе, это нормальная цена. Я у нас брал его за 20. На рынке еды, по-моему, 15, да? Давай. О, крабики. А вот здесь. Ага, понял. Три палки крабика за 20, а мы брали две за 10. И вот мы дошли до жрали. Тут можно купить очень много всякого. Цены рис 35, рис 35, рис какой-то другой 35. Цены такие... Я бы не сказал, что дешевые тут. Ну, Елонг никогда не славился дешевизной. Увидели, еще продается рыба жареная. Сколько она стоит? Вот такая рыба 50. 50. Ну, она какая-то зажаренная, да, по-моему? Дупа в масле. Не знаю, вкусно это или нет. Не берусь судить. Вот тут. Китайцы готовят суп. Это серфинг. Серфинг 150. Это как, просто доску дадут? Или да, тебя будут возить на ней? Нет, там. Так, это водный мотоцикл на Персон 360. Я просто не знаю, насколько он долго ездит. А это какой? Мотоборд, а это двойной. Дабл. Короче, дабл. Ну, короче, о, рыбалка есть, 220. Обалдеть. Каяк. А они что, будут реально за нас все это делать? Ловить и все? Нам каяк же тоже 100. Охота. О, вот эти катамараны я видел. Там лежали. На 200 персону. На персону. 380, 10 минут этой штуковины. А мы ныли про юноду, кажется. Тут гораздо дороже. Дайвинг. А, дайвинг 480 на человека. А скуба дайвинг, это другая система, я так понял. 468. Летают. No. Мы только показали это. О, смотри, какая штуковина. И нам уже предложили цену. Уже чуть ли не расплатились и билет чуть не дали нам. Вот так вот. Вот он, пояс Хайкоу Санья. Шутка. Такая инсталляция интересная. Там в вагонах растут растения. Классик написано, туда даже можно пройти, зайти вовнутрь. Надеюсь, там не насрано, как в ракете. Вход альпинизм, пляж для купания, дайвинг-база, выход. Восточный вход, туалет, большая баньяна. Что за большая баньяна? Надо увидеть большую баньяну. Ух ты ж, ежик. Они тут учатся дайвингу или что? С рыбками? Да, посмотри, что там. А, это бассейн с рыбками. Там дайвишь с ними. Спокойно, чтобы это не делать в море. Что в море-то не делать? Ну, кстати, удобно. Что, приехать к морю и дайвить рядом с морем. Идеально. А это то же самое, что мы берем. Семеру стоит, ничего себе. 7, мы берем его по 5. Цены тут, конечно, другие. Я нашел место, с которого не хочу уходить. Она находится прямо здесь, потому что сверху дует, вон оттуда кондиционер. Можно я тут поставлю, вот так буду стоять, типа снимаю, что-то говорю. На самом деле мне хорошо. Вот такие тут морепродукты. Цены практически написаны. Странная штуковина. Опять же странная штуковина. Вот такую мы находили в Индии, вот такую закрытую. Мы отпустили, чтобы она жила. А их здесь едят. Вот эта собака страшная. Я не знаю, что, той терьер это? $418 за полкилограмма зачет. Вот это у них руки-базуки. Даже скреплены, чтобы они там друг друга не сожрали раньше времени. А это что-то вылезло наружу. Это краб. На клеща сверху похож, кстати. Вот так, если издали смотреть. Там это. Ну, я думаю, это моллюски. Золька, по-моему, индусы приехали. Вон они. Ищут, говорит, где Оля? У нее просто датчик остался в этом. В телефоне. В желудке? Да, в желудке датчик. Точно? С карри-масолой? Да, с карри-масолой проник в желудок.
датчик, и вот они ищут. Они с детьми даже приехали искать. Но дети пониже, они лучше снизу видят. А те повыше. Ну, то есть, чтобы не пропустить. И вот этот поток людей, который все время идет туда, возвращается. Самое прикольное то, что где купаются, вот где люди купаются, там же скутера, все. И зоны очень быстро делятся. То есть вот тут нельзя купаться, вот тут можно немножечко, вот тут нельзя. Самый хороший лайфхак. Приезжайте вот по этому мостику, проходите вот сюда вот. Тут сразу не купайтесь, народу много. Вот туда вот отходите. Сколько тут метров? Сколько? Ну, метров 20? Не, больше. Ну, пусть будет 50 метров. Там можно купаться. Нет, там нельзя купаться. Там нельзя купаться, но нам можно. Потому что что? Мы непослушные. Непонятливые. Непонятливые. Просто, если свистят, мы... Делаем вид, что не нам. Да, делаем вид, что не нам. А китайцы все убегают. Наверное, их штрафуют за это. Будет смешно. На въезде же мы оставляли отпечатки пальцев, лицо, сканировали все. И везде стоят вот эти сергейки, всякие камеры, что за это записываются на пляже. И при выезде тебе такой список штрафов со всеми твоими заступаниями на газон, твоими купаниями не положено вместе, твоими там выкинутым мусором не в урну, да? Мы не выкидывали мусор не в урну. Да. Мы, я даже пытаюсь выкидывать, как это, перерабатывая, не перерабатывая, разбирать. То есть мы стараемся быть лучше. Вот это фазан летает. Где? А, не показалось. Ну, бывает. Жара. Help me. Help me. Help me. Please. Help me. Help me. Help. Help. Вообще. Вы куда идете? Не надо отдыхать случайно? Можно я с вами? И сейчас наступила самая страшная пора. Пора выбора. Это самое сложное, что только возможно. Кафе «Дружба» находится вот так, долина идти. То есть тут даже кондиционер типа есть. Ну, такое пиво взяли. Blue Rib Ribbon. Оно 946 миллилитров. Стоит 21,50. Довольно дорого. Короче, попробовали все пиво. Вот это чуть горчит. 21,5, оно, конечно, не стоит. Это стабильно. Легче на эти деньги купить 3 хайняня вот таких. И гораздо вкуснее. Вот это сейчас пока что лидер по и цене, и качеству. И да, то есть это вот самый оптимал. Гигиена превыше всего, если вы кушаете руками. Да. Это скажет любой, кто был в Индии. После Индии надо так все вытирать. Да, Индию вытирать, руки вытирать. Внутренние органы. Внутренние органы. Свинина на сковороде? Да. Да. Так и называется. Свинина на сковороде, да. Как она стоит? Хорошая. Она стоит всего 28 юаней. Серьезно? На картинке маленькая была как будто порция, так неожиданно, что такая порция большая. Да. Пробуй, давай, хорош. Аккуратно, не прям хорош. Цена и соотношение, конечно, какое-то даже, я бы сказал, неправильное. Да, то есть охота доплатить, да? Как казан кебаб, только из свинины. Ну, простите. Вкусно. Ой. Что, свининка вкусная? Да. Да, я попробую. А то я уже просто горю. Видишь? Мясо нежнейшее, вкусное. Соус подобранный правильно. Если 5-бальная система, как я говорил, 5. 10-бальная 10. 100-бальная 100. Логика понятна. А у меня гречки салатик. Да, вот полезно. Вот очень полезно и все. Кстати. Зачем вы едите вот эти все мясо? Вы пожалеете животных. Вот. Холодные огурцы, прям холодные. Конечно. Да. Ну-ка дай попробую. Соленые? Немного. Так, попробуем. Тут чеснок и огурцы. Ну, чеснок. Там соус. Да. Там соус. Вкусно очень. Просто и вкусно. Да, ну, кстати, я смотрел цену огурцов. В принципе, это салат должен быть и дороже, чем это мясо. Я видел тут, сколько огурцы стоят. Салат? 12 юаней. Да, 12 юаней. Все. Наконец-то все получили свой заказ. И получился такой, ну, такой мини-стол у нас. Просто. Полный яблок. То есть огромный свинина,
рис. Сколько-то? 12. То есть лапша с морепродуктами. Лапша, по-моему, 28 или что-то вот. Посмотрел с краешком. Да, в принципе. 28. Да. 12. Кстати, вкусно, только соль надо добавить. Соль мы попросили, нам отдельно принесли. Креветосы 48, пельмешки 25. Не пробовал, но запах вот этой травы оттуда, по-моему, идет. Ну, вот это неправильно. Мы порции действительно большие. И, кстати, когда мы сюда пришли, мы не заметили вот эту надпись. Это типа Party Animal будет сейчас. Party Animal. Я, кстати, скорую не знаю номер, там тупой номер. А, да, можно. Поднимай. Не резко. Все. 911. Вот так и уходи, да. Мы направляемся в парк Белая Цапля. К домам деревьям потом. Дальше. Пьяный мост посмотрим. И может быть еще что-нибудь найдем интересного по дороге. Чтобы от нашего отеля доехать до домов деревьев, мы используем 25-й автобус. Точнее, пока что использует он нас. Мы в парке Белая Цапля. Тут произошли изменения с того года. Сделали вот тропинки. Сейчас будем смотреть, что тут происходит. Вот тут, позади, это, я так понял, одна из центральных площадей. Тут люди вон, запускают летающих змей, змеев, воздушных... Там люди запускают воздушных... Кого воздушных? Змеев. Вот. Как это орёт громко? Где эта тварь? Реально прям. Где она? Сколько столов для тенниса? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 столов для тенниса. Сетки есть, все, приходи, играй. Покрытие хорошее. Клево, да? И, кстати, третий общественный туалет. Вот так вот. Общественные туалеты очень важны, оказывается. Вот у нас, допустим, общественных туалетов вообще нет. То есть иностранцы, когда к нам приезжают в город и хотят сходить, ну, в туалет, ну, прибило. И наша встречающая сторона обычно даже не знает, что делать. Потому что, как бы, у нас нет общественных туалетов. А тут есть, и при том довольно чистые и хорошие. Самое интересное то, что еще 3 минуты назад мы были в джунглях, где было жарко, где рос бамбук, где были пальмы, где были какие-то протоки, много всяких животных странных, рыбы. Перешли дорогу и попали вот сюда вот. То есть так все меняется быстро. Огромная территория, до сих пор поражаюсь. Огромнейшая. Ну и дома, деревья красиво, конечно, смотрятся. Подсветка на них вообще. Ах. Ё-моё, я где? Где-то... Я даже не знаю, что это такое. Кратко о происходящем, я не знаю, что это такое. Это очень красиво. Кажется, проникли в логово злодеев. Ух ты же, это лифты. Ну давай.
Вот вам, мы на домах деревьях. Вот это да. Вот это вид. Вот это вот вид. Что там, Олень повернул голову высоко? Вот это высоко. Обалдеть. Обалдеть, красиво. Олень повернул голову где-то тут парк. Это дома баклажаны, мы там недалеко ходили. Вот это все Санья-Бэй. Пляж. Это вот мосты, там радужный какой-то из них, не радужный, я в них не очень разбираюсь. Красиво, колоритно, охота просто постоять и понаблюдать. Чё? Что? Кинг! О боже, просто... Кажется, название 1 плюс 1 это просто название ресторана. Ничего не связано, там одну покупаешь, другую бесплатно, что-то такого. Еда такой мы еще не видели. Да, еды такой не видели. У нас там есть свиная кожа. Анчоусы с чем-то. Ну-ка, давай-ка выберем какую-нибудь интересную жесть. Тут шедевр очередной. Рыба без костей, сделанная в форме белки. Как тебе идея? Это грандиозная. Я захотел жареные пельмени. Тут выбора жареных пельменей просто очень много. Цены дороговатые, но я думаю, порции тут немного другие. Попробуем. По крайней мере, надеюсь, да? Надеюсь, да. Принесли жареные пельмени. Вот такая вот порция. Вот такая же порция. В какой-то приёмочке, я не знаю. 14 пельмешек. 14 пельмешек. Будем пробовать. Пельмешки просто огонь. Это, наверное, первый раз тут, когда ем пельмешки, они реально вкусные. В них столько грибов и мясо все кусочками рубленное, а не фарш. И грибы также. Сейчас я надкушу. Вообще это стоит того. Бульон внутри еще. Вообще бульон. Чисто случайно, да? Да. Это холодный суп. Руку подставшего, интересное было блюдо. Ну, это чаша. Огромная чаша, это... чаша. То есть огромная чаша. Я не знаю, как мы вот эту порцию пельменей, вот эту порцию кукси сидим полным. И все это вместе обходится в 60, да? 60 юаней. 60 юаней. Ну вот это обалденно. Он холодненький. Я хочу его съесть. We did it. We did it. We did it. Короче, мы съели порцию пельменей, съели порцию кукси. Я, по крайней мере, объелся, просто больше ничего не поместится. Не хочу уже никуда идти. Я просто переел. Ты как? Очень вкусно. Прям очень вкусно. Прям вот вообще очень вкусно. Оно есть на карте, кстати, это место. Я потом его тоже отмечу. Ссылку на него. Пельмени 1 плюс 1, по-моему, называются. Вот, отличное место для тех, кто хочет попробовать что-то интересное, действительно китайское. То есть, таких блюд я никогда не видел. Там позвонки, можно попробовать. Голову медузы, позвонки свиньи, еще какая-то штука. Там есть все. Просто наши приезжают обычно как-то. И туда, в Дадунхай, и зацикливаются на одном месте. Охота же все попробовать, это же интересно. Ну, не понравилось, следующий раз другое берете. Да, это, кстати, улица. Улица просто обалденная. Просто красивая, с высокими деревьями. Тут, скорее всего, жилые дома. Вот такая тут атмосфера. Если вы услышали в Китае такую музычку, бойтесь, сейчас вас обольют. Я думала, это мороженое продают, а это, оказывается, поливалка. Она не сигналит адово, как у нас, а просто играет милая мелодия. Мы нашли медузу. На камере, конечно, это не видно, плавает. Да, как будто пакет плавает. Может, это пакет плавает. Нет, это не пакет. У нее прям щупальца, и она сейчас отталкивалась. А, да, точно. Странно, так все-таки какая здесь вода, соленая или пресная? Есть только один способ проверить. Нет, я не буду этого делать. А вон вторая плывет, медуза. Ну, давай. Ну, смотри, видишь, она поднялась. Да, вверх. Я вижу. Сейчас уйдет вниз. Воду надо попробовать на вкус.
давай, Оль. Ну давай. Нет. Ты сможешь? Нет. Тебе терять нечего. В смысле? Да ты все ешь такое. Пошла пробовать? Нет. Я его уговорю чуть позже. Интересно же, соленое или пресное? Какое красивое, хорошее видео. Нам так понравилось, а вам? Ладно, честно, мы старались. Это наш был классный флешбэк на год назад. Кстати, ровно год прошел, ровно год. Какие воспоминания. Да. Как вы поняли, видео мы не собирались записывать. Но просто, ну, карантин, вы знаете сами, делать особо нечего. Два месяца сидеть на одном месте, это уже невозможно. Знаете, в действительности надоели эти новости везде. Просто карантин, 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 карантин. И мы так немного расслабились. Короче, хотелось избежать вот этого слова «карантин», которое мы употребили в этом видео уже... Несколько раз. Много раз. Ну а вообще надеемся, что следующее уже видео мы будем записывать из некарантинной Алматушечки. Ну, да. Так что ждите, скоро будет новое видео, наши новые приключения элементарного трио. Пока. Пока.